Всем привет, с вами Данте, и это мои дьявольские будни в Diablo 3. Да. Сегодня мы поиграем просто в Diablo 3. Так. Покажу вам персонаж своего, которого я раскачал аж до 43 уровня. В преддвериях выхода Diablo 3 Reaper of Souls. То есть дополнение к Diablo 3. Дополнение выйдет 15 апреля, возможно, в этот же день. Начнется на моем канале полное прохождение Diablo 3 вместе с этим дополнением. Ну и в принципе давайте начнем. Наконец-то. Так, окей. К тому времени я, может быть, более-менее оптимизирую запись, то есть, чтобы у меня не лагало время записи, чтобы я мог спокойно играть. Так, ну, в принципе, мой персонаж. Что? Легендарный ручной арбалет. У него есть редкая обувь, легендарная кожная броня, легендарный пояс, легендарный колчан. Но вот это еще из старой Диаблы, вот это из новой, я так не навряд. Но я могу единственное, что точно сказать, вот это и старый дьявол, это и, по-моему, вот это вот. Остальное уже более-менее из новой, потому что у меня уже почти 20 тысяч хп. А в старой дьяволе такого добиться нельзя было. Ну и исцеление, если мы стоим на месте, у нас гораздо больше, чем если мы бегаем. За охотника на демонов также эффект от событий сообщества на 50% повышается количество опыта, получаемый нами. Окей. В принципе, погнали. У меня заложен нос, так что особо не ругайтесь на это. Я так скучаю по тем временам. На дворе весна, я болею. Это стандартно. Для меня. Так. Ты даже не представляешь, как часто мне приходилось оттаскивать. Свет направляет нас даже там, где властвует тьма. Сейчас у меня гораздо больше урона, чем было до этого. Надо немного убавить звук. Звук, общая громкость. Давайте на 50 поставим. А то я так думаю, меня не слышно будет вообще. Это еще маленький урон, наносимый по врагам. Играю я сейчас на высокой уровне сложности, потому что на остальных уровнях сложности я сливаюсь ужасно. Ну, точнее, выше этой сливаюсь отсюда. Быстро, ну сейчас, может быть, не солюсь. Но все-таки. Пока что, так скажем, решил подзатрудить, докачаться за сегодняшний день хотя бы уровня до 45-го. Чтобы мне более-менее было бы интересно, скажем, тупо искать более мощный шмот на персонажа. Чтобы, так скажем, понтоваться перед кем-нибудь. Сейчас в Diablo особо народа нету, как на момент его выхода. Но я так предполагаю, когда выйдет дополнение Reaper of Souls, в принципе, ажиотаж на Diablo вернется примерно на неделю, хоть примерно. То сейчас, в принципе, я бы обновилась до предвыхода Reaper of Souls. Я, в принципе, это дополнение заказал, только не в батлнете, на этом, на игромагазе, там дешевые предзаказы той или иной игры и достаточно
дешевые игры. Так уж и заходите. Покупайте, ссылка под. Окей. Давайте вздыхайте, что ли, а? Кто он разрешил жить так долго? Если я пришел, все. Ваша жизнь заканчивается на том, что вы понимаете, что все. А чучар отражение. Бонус сейчас сражения. Вы получаете бонус копий, который сохранится при переходе из игры в игру. Если вы погибнете, бонус исчезает. Из этого следует, что колдей зиждется на нечистоте. На 25% увеличено у нас количество получаемого опыта до этой отметки. Дальше уже этот бонус исчезнет, то есть из-за того, что, по-моему, повысили уровень с минимально получаемый уровень с то есть раньше, по-моему, максимальный уровень был 50 или 60, я точно не могу сказать. Сейчас, по-моему, он стал 70-80. Ну, то есть так же, как в принципе в этом было. World of Warcraft, то есть, по сути, скажем, дополнением увеличивается этот максимальный уровень. Хотя сейчас World of Warcraft стал SimCity. По сути. Кто в него, так скажем, адски задротит, чуть ли не с самого его появления. Да, блин, я не могу подобрать всякой хрени. Также может теперь вместо всех этих ремесленнических книг выпадать там демоническая эссенция со врагов, но также ее можно добыть, разбивая редкие предметы. То есть сейчас, по сути, любой предмет придется собирать. Не только для того, чтобы чисто его одеть, потому что он мощный, потому что из каждого предмета можно добыть свой ресурс. Да, то есть, по сути, перепрохождение Диабло на новых персонажах соответствует тому, что ты будешь собирать предметы чисто для того, чтобы одеть своего основного персонажа, который ты уже на максимум прокачал. Уже раз 50-й, 60-й там. Этот проход ведет к бескрайним пескам. Тайный прав. Не могу поверить. Он засунул меня в бочку. О боги! Как же тут не уютно! Так. Чумные трупы. Давайте, уничтожайтесь побыстрее. У меня нет на вас времени особо. Да что там происходит? Да сдохните вы наконец-то, а. Надеюсь, у меня не вылетит дьявол, как обычно, она любит. Ну как вчера, допустим. У меня инет вырубили, все, я не мог дьяволу вообще зайти. Эй, есть там кто живой? Ну, почему? Потому что для Диабло нужно постоянное подключение к интернет-ресурсу. Точнее, к интернет-ресурсу. Ресурсом, ладно. Я ищу волшебный тигель. Легенда гласит, что он спрятан где-то в этих акведуках. Я найду ему применение в моей ювелирной мастерской. Помоги мне найти его. И благодарность моя не будет знать границ. Да. Зараза. Я сейчас почти мало какую одежду переодеваю, потому что я, в принципе,
Ну да. Ищу предметы магического характера. Мой молодой напарник ударил меня по голове. Без опытного проводника тут довольно опасно. Да, что-то они вздыхают. Как тебе удалось выжить? Как, блин, не знаю кто. Чтобы у кого-то поднялась на меня рука. Слабый, сейчас монстры пошли. Или я больно мощный стал за сегодняшний день. Потому что я где-то с 35-го что ли сегодня поднялся до 43-го. Или с 38-го. Я точно не помню. Я где-то часов, наверное, с 8. Как засел, так все. Я... Что я решил капитально. Такую штуку я уже где-то видел. Загамость. Ну тем более. Давно не играл, решил, почему бы и нет. Да, тем более обновление вышло. Решил его посмотреть. В принципе, не разочаровался. Дьявола облегчили, как могли, называется. Кажется, его звали Гевин. Да, точно. Такой милый молодой человек. Он должен быть... Сейчас уже, если не ошибаюсь, Дьяволи сделали, в зависимости на уровень сложности, в котором ты играешь, такие предметы и будут выпадать. Да и количество опыта, получаемое тобой. То есть ты, если играешь один, тебе, в принципе, нормально. Если вдвоем, ну, разницы особо я не видел. Надо будет потом своего друга затащить в дьявол будет. Так, слышите вы, давайте вздыхайте побыстрее, а то, видите, у меня все заканчивается уже из-за вас. А ну тихо, не бить, не бить меня, я вас убиваю, вы меня бьете. Я с вами так не договаривался, ну, зараза, тихо, не бить меня, все. Все, я вас прощаю за то, что вы меня били. Так, что я там, легендарный? А, легендарный наручи, отлично. Всего мешочек золота в день за свои услуги. Веришь ли? Он никогда ни на что не жаловался. Улыбка буквально не сходила с его лица. Японец, что ли, тогда? Японцем, что ли, он был? Или китайцем? Блин, сейчас вместо шифта капсулу зажал. Зажал, точнее. Круглые сутки жарят мясо и сладкие перцы. Это у тебя, в общем, в животе или нет? Или еще у кого-то? Да, ну он у того фига. Возможно, Гевин, он может быть проклят. И уйди от меня, тварь. Уйди, смертный. Видишь, я тут развлекаюсь, э? А ты тут мне стал льешься на меня и мешаешь мне жить. Можно подобрать. Хватай его. Окей. Если бы я знал, что Тигель был проклят, никогда бы не взял бедного парня с собой. Так. Заходи в мою мастерскую в Колдии. Заткнись. Покажу тебе, как с помощью Тигеля можно объединять осколки драгоценных камней. Знаешь, я уже давно ищу один особенный драгоценный камень. Я никуда не спешу, но, может быть, если ты захватишь меня с собой, мне снова улыбнется удача, как с этим Тигелем. Разреши мне присоединиться к тебе, и у тебя никогда не будет недостатка в драгоценных камнях. Твои услуги могут оказаться магические амули. А теперь пойдем. Выход здесь, неподалеку. Вот, теперь 22 царя. Как ты думаешь, здоровье, плюс еще 82 единицы восстановления. ХП. Не говори глупости. Я никогда не шучу по поводу еды. Хе-хе.
Встретимся в архиве. Смертная, иди сюда. Куда убега... Мы иди сюда. С тобой похожи. Не похожи. Но остальные... Ты дохлый, а я живой. Они используют тебя для достижения собственных целей. Ну, если так, то ты предпочитаешь быть их марионеткой, хотя сила, данная тебе по праву рождения, могла бы сделать тебя богом. Сомневаюсь, что из этого Ульнес. Что-нибудь вышло бы. Те, кто хотят обучить, да, блин, я хочу посмотреть насчет живых частей. Нечего насмехаться. Сколько надает-то? Блин, я забыл. Живучесть, по-моему... одна живучесть 10 единиц здоровья или 100? 10. Ну-ка. Интересно. Нет, гораздо больше, по-моему, стало. Опять же, извиняюсь, то, что шмыгаю носом, болею. Главное мне... Ладно, 44-й качнем и закончим. Мои архивы лежат глубоко под пустыней. Может быть, даже под теми самыми песками, по которым мы сейчас идем. Да сдохните вы, наконец-то. Мы не могли их уничтожить. Иди сюда. Они да куда ты? Закрыть вход. Отлично. Но у меня есть ключи. А вы чё тут живете такие наглые, а? Чё, бабу увидели все? Надо принимать ее в объятия, да? Ну, в принципе, мало. Всегда хотел с таким сразиться. Все, вот сурак. Да чё такие слабые-то? Чё вы подыхаете с полпинка, а? Я, ну, конечно, понимаю, то, что вы... Вы мне подаётесь немного, но не надо это делать. Вы становитесь от этого менее интересно для меня. Так. Да, раньше, кстати... Ну, в принципе, 44-й получится. Раньше до обновления... Легендарка, если выпало все, ты считайте, повезло. Раз 50, наверное. А, давайте посмотрим, что мне. Так, ну я извиняюсь. Кости испещрены следами от зубов и ножей. Эти животные умерли не от старости. Так. Раз писал, что когда-то был цветущий оазис. А что там было написано? Живусь чуть на 2, всего один. А, понятно. Ладно. Погибли. В общем, давайте на этом закончим. Всем спасибо, кто смотрел. С вами был Данте. В принципе. Да что-то я такой сейчас сижу и думаю. А кто еще мог быть там? Кроме меня самого же, а? Ладно. В общем, давайте на этом закончим. Всем спасибо, кто смотрел. С вами был Данте. Всем спасибо, всем пока. Встретимся в следующем моем видео. Ну и, конечно же, где-то после 15 января, возможно, начнется полное прохождение Diablo 3. Может быть, чуть попозже, может, чуть пораньше. Всем спасибо, всем пока.